Репортаж о унылом Иванове. Уныло Иваново. И бабушки. Версия 1.0. Добро это или зло, но мне серьезно повезло, что есть такое музло. Час за часом, день за днем, неделя за неделей я становлюсь значительно сильнее. Сугробы постепенно размывают проливным дождем. И еле свет в конце тоннеля, я снова в деле. И вроде цело со временем, как на собаке заживают раны некоторые конкуренты. Прокачай этот сарайщик. Это ивановское вождение. Оказался продуманным фруктом, его любят он отсюда, в курсе, чё к чему. Кто-то может все испортить кому-то в одну секунду, может как-то насолить этому ублюдку, ну подкинуть ему фунту сверток с белой пудрой или припугнуть по-лютому, ну как-то так. Ну да, если надо, я постоянно рядом, обладая битами и правдой, помогает борода. Болванка, крупная коробка, квадратная, Лёша Долматов, 2-0-1-2. Чё, оставляем так или перечитать? Ну-ка. Ох, оставляем. Проверим зум. Сколько это здорово осознавать, что записанный трек оказался взорван. Уходя из микрофона и хотеть ебашить дальше. Когда это по-настоящему, когда трек потаращишь. Для меня важно, чтобы все было именно так. Я, скажем, не могу заставить себя написать. А иногда могу вообще молчать по поводу. Просто что-то не то, это может быть что угодно. Пока я не почувствую ветерок с урожая, я не делаю вашу искусственную продажу. А вот очередной чекпоинт.